Сисички заебись. Сисички, пираты, мурлоки с двери, вообще топчик. Механизмы еще. Найс. Точно сисички. Рафлана не буду брать, Рафлан говно. Чуваки, соски заклеены, потому что по правилам соски должны быть заклеены. Мне легче заклеить соски, чем сидеть в рубашке или футболке и быть мокрым, как не знаю кто. Я и так мокрый, типа, но так хотя бы комфортно. Башка не кружится и все такое. Здорово. Красава, что подрубил. Благодарю. Развивай успех. Благодарю за комплимент. Фак. Кстати, я что-то не подумал по поводу гомункула. Я мог 100% нанести 3 урона, если поставил бы мурлока первым. Не подумал. Руками берем... А, мы руками не можем взять. Ну, просто берем обилки, значит, делаем левел. Ролл просто полное говно. Мы можем взять в теории этот дуплет. Но, наверное, это всегда... Нет. Правильно. Мы можем сделать обилку, купить рукой. На следующий ход еще 2 карты взять и застапить дуплеты. Просто стоит ли это того? По ощущениям, полное говно, нет? По ощущениям, это полный шлак. Я не хочу так делать. Любой, скорее всего, другой дуплет я бы так взял, но не это. Вообще мерзость. Это мерзость. Точно берем вот так. Конечно, мы можем, знаете, как сделать? Мы можем сделать, типа, просто левел обилку на следующий, либо прямо сейчас обилку. Будет ли сейчас обилка сильнее, это вопрос. Это Ктун, он нашел токена, значит. У него токен 6-6. У него сейчас какая-то карта плюс обилка, правильно? Если мы берем Нидитика, Нидитик делает забав, плюс делает забав сюда. Но у нас тогда будет всего 5 карт, на следующий ход 6, а так у нас будет на следующий ход 7. Я думаю, что мы плюс-минус так справимся сейчас с ним, поэтому на следующий ход левелап, обилка. Браво, ты на голову не буду. Выше всех. Если бы одно существо надо было продать, продал. Надо бы еще токены сверху. Найс. Браво! Сходи к врачу, такой неистовый зуд яиц может быть причиной тяжелых заболеваний. Я не знаю, что мне ответить. Мне так это. Как они взорвались ко мне? Ответить мне, в принципе-то, и нечего. Найс. Вообще нечего ответить. Еще один дитя, плиз. Фак. Ну фак, ну что это такое? Че, просто взять ее с левелапом? Блять, даже дезратла нету, фак. Раз это стрим снайпера, ты знаешь, не будет, что правила Твича говорят о том, что необходимо скрывать соски. Так какого хуя ты заклеил только 2? А? Как же остальные 10? А? Какие Свинья? Еще 10, блядь? 2 только есть. Какие еще 10? Согласен. От таких надо еще один баблерок. Баблер еще один нас устраивает. Браво. Ты на голову. На сечку тогда от шушпинчика избавляемся. Обилку в гулю усиляем. Забрались, как берем баблера еще одного. Я сильный чмо. Девочка. Тоже хороший. Только не баблера. И потом тычка только не взорвала диск. Бля. Хуйня. Найс. Найс. Хуйня. Найс. Хорошо. Стрим с бассейна. Не будет бассейна стрима. Твои существа постарались. Туна дали точно левел. Минус шушпинчик, правильно. Бля, можно, конечно, от Нидитика избавиться и засейвить этот дуплет до сих пор. Можно так сделать, но стоит ли это того? Ты у всех на прицеле. Держись. 100. Найс. Только не баблеров. Браво.
Дуплет. Трудный бой. Соберись. Ты еще дуплета нету. Что делать? Пираты 7. Будем ли брать 1-7 под двух баблеров вместо шушпинчика, чтобы ими закрыться, допустим? Я думаю, что да, 1-7 это сильно. Механизм плюс зверь нет. Пираты 7, дуплет шестерку. Если Элиза, мне пизда. Рерол. Это то... Вау! Ебать! Так, ну это минус шушпинчик, плюс просто два репликатора. Это супер имба, это можно в мехов спокойно идти, правильно? То есть нам нужно... Точно минус, точно минус плюс, точно плюс, точно плюс, точно плюс. Но есть такое ощущение, что раз такую насыпку дали, то у него ёбаная Элиза. Дуриха, ты читал вообще правила Твича? Там они просят прикрываться ски только тех, кто идентифицирует себя как женщина или ведет трансляции в женском образе. Только не в баблера. Закроемся этой бякой, должны выиграть. Ну, стол очень сильный. Дуплет нужен браво. Чего? Дуплет нужен за вралиска в шестерку, в клиф, найти брана, играть в механизма, в клиф, плюс два баблера, плюс обновление бабла. Это один из самых крутых мех-сетапов вообще, который может быть. Ну, заебал, блядь, направо тычку. Не поднимай подмыху, воняет пиздец. Нормально пахнет все. Я не вонючий. Я не воняю, поэтому все окей. Оно топ 8. Еще один репликатор. Получается. Еще один репликатор, это заебись. Но мы просто его руками возьмем, правильно? Нам нечего скипнуть. Просто левелап, репликатор и ролл. Мне нравится. Вау, кошка, кошка, заебись. Нам нужен дуплет за вралиска, бран и клиф с дуплета. Вот это в идеале будет. Бля, вот знаете, откуда пахнет? Это когда я сейчас привстал немножечко. Это реально, блядь, неприятно. Ну что я сделаю? Так вот. Таковы климатические условия. Должен быть явно не первый. Ну что ты стоишь? Что ты жирный кот? Что ты хочешь? Ты на голову выше. Что ты хочешь? Потянуться? Почти найс. Только не в обновлении. Вот, блядь. Найс, блядь. Да, блядь, ну что за тратычки-то, блядь, такие, ну? Что за уродские удары? Это уже луз. Это уже луз такими ударами. Пиздец, удары просто... Просто говнище удары. Ладно, это не луз. Ебал. А, да? Да нет, это не лучше. Да ну, блядь, серьезно? Это лучше. Ну хватит царапать. Найс, уебан затрейдился на 20%. Просто уебище. Брана дали как раз таки. Воскрешение мехов дали. Воскрешение мехов не надо. Ты у всех на прицеле. Он радуется, типа, держись. Поняли? Радуется, когда костями так когтями делает. Ну, больно очень. 10% клиф. Ну, ладно. Блядь. Нужно тычка налево. Хотя даже это хуёво было, потому что паровичка убил. Золотой краб БТВ. Золотой краб БТВ, тычка баблёра, блядь. Вралиска можно убить теории, наверное. Да. Кошка одна нужна. И забав таунтов желательно.
Это два бран в адапты, как вариант еще. У меня новый рит... Точно, да. Выбирай. Есть смысл делать в обилку это? Нет, наверное. 29%. Первая тычка. ГГ, все, это уже лут. Блять, ты заебал, чел. Я его держу, потому что он, блять, лежит рядом со мной. Но он заебал меня лизать уже, чел. Хорош. Успокойся. Это, кстати, не летал. Может быть, даже сейчас жмурика дадут. Ну, вообще, топ-2 должны тут занять. Хорошим. У нас так на топ-2. Явно не на топ-4. Нужны кошки. Дали панчесы. У нас ядов нету. Рерол. Обилку сюда просто ради одной голды. ДГМ. Выглядит лайк GG. Наверное, что, демон будет сильнее под кувшином, нежели еще один клиф. Типа он будет 13 атаки, это как еще солянка, мало ли еще кувшин дадут. Наверное, минус клиф, чтобы механизмов нормальных бафать, типа его-его. Споровичок, наверное. Споровичок — это кайф. Что у него было? Наверное, первая тычка должна быть баблера. Дальше клиф обновлен. Я не буду играть. Я буду расставляться по-хорошему, независимо от того, баблер обновит бабл или нет. Потому что мне нужно нормальное расставление. Привет, Сильвер. Здорово. Для нас стало определенной традицией, что на 10 июня ты поздравляешь Таню Писю с днем рождения. Но в этот день стрима не было. И она осталась без поздравления. Поздравь ее с Таня прошедшим. Пися. Таня, поздравляйте с днем рождения, все самого хорошего и главное здоровья. Все. Вообще я такого не помню, если честно, такой традиции. По-моему, она появилась недавно. В скобочках сейчас. Скипнуть жирного под браном, ну и еблан. Ну, кстати, еблан ебаный нашел золотого... Еблан ебаный нашел золотого мародера, на которого попнул бабл, и он нашел 5 дробителей. Кто тут еблан? И у меня вопрос, кто тут еблан? БТВ я его разъебывал просто без шансов, но Гуля дала себе знать. Гуля дала себе знать. Не знаю, какое-то конченое лобби, если честно. Я вам говорил о том, что мне нужен идеальный сетап мехов, 2 баблера с 2 репликаторами, с кливом, таунт баблом, обновлением, завралиском. Это все собралось, но я нашел только одну кошку. Все. Больше ничего не было.